Всем привет, с вами Роман, мы продолжаем играть в игру Лимба. Так. Давай. Блин. Чё ж тебя так побрало-то, а? Ай, бляха, муха. Рано прыгнул. Да, чувствую, на этом месте я долго буду сидеть. Давай. Давай, чувак. Блин, а чё я не прыгнул-то? Блёха-муха, чё ж такое? Фиг рассчитаешь ещё. Ай, бляха-муха. Ёшкин кот, а. Даже не знаю, что говорить. Его просто тут крошат, не знаю, в какую субстанцию. Вот это я, блин, зря сделал. Не хочу фейлить, как это проходить. Потом сами все увидите. Блять. Ну хотя бы шадок, как-нибудь по-другому. Все равно подох. Ай, бляха-муха. Маленько не допрыгнул же. Давай! Ну я ж нажимаю на Ctrl. Ну давай, прыгай. Прыгай, блядь. Сука. Ай, ну бляха. Я ж... Ай, ебаный тебя, брат. Бляха-муха, ебаный тебя в рот. Даже не знаю, что говорить-то, а. Не допрыгнули. Это, кстати, самая сложная головоломка во всей игре. Что-то последнее. Блин, я зафейлил. Ай, черт, ты тебя побрал, а. Так прыгать-то? Ёкарный. Так, давай. Как же тебя проходить-то, а? Я понимаю, что нужно по звуку выходить. Я как не прыгну, то я поздно прыгаю, то я рано прыгаю. Ай, фак! Черт побери-то. Я все равно бы не стал прыгать. Ага, черт, тебя побрал, да. Блять, а ну ты. Ты тупой, что ли, а? Не мог ты нажать на эту. Не знаю, ну что ты нажимаешь? Ты мог на нее нажать. На рукоятку какую-нибудь. Леха-муха, ну. Ну как это проходить-то, я вообще не понимаю. Давай! Есть!
И что это? Это, кажется, конец игры, если я правильно понимаю. Да, размазала его знатно. О, на свет. Прикольно. И чё, он помер? Если я правильно все помню, так начиналось самый первый летсплей мой. Так начиналось-то. Сейчас проверим. Нет, не он, а чуть дальше, наверное, надо бежать. Не знаю, что это такое пока. Мне кажется, это то же самое. Сейчас проверим. Это не сложно. Чё ты встал? Ну, подходи. Что интересно, сейчас будет. Ну, что ты встал-то опять? А, ну все, наверное. Ну вот, мы закончили играть. С вами был Роман и канал Интернет Геймру. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока, удачи!